приехали на Щусу, остановились на дамбе. Получается, вон она. Все, там не проедешь, через Орлы не проедешь. Сейчас вот. Грузимся. И вперед. Пешочком, пешочком на озеро. Погода прям вообще классная. Сегодня плюс 10 у нас. Машину оставили здесь, вот оставим. Потому что сейчас вода будет идти, идти, много воды со степей. Плюс 10, все будет таять, так что все классно, ребята. Идем рыбачить. Ну вот и начался поход. Пройдете, а я походу тут не пройду. Пипец! Вот это да! Поднимаемся. Вот мой брат Ванька. Сейчас получается поднимаемся вон туда. Обходим это все. И территорию. Частную. Так, встали мы, получается, аж вон там. Да, вот такая вот трудовая рыбалочка у нас в этот раз. Почти. Привет. Опа. Я тоже шаг влево сразу уходишь. Вот такое у нас веселое приключение. Вот такой ящичек, смотрите, ребята. Пофиг ему вообще. Ну все. Сказал, смотри, не упади. Вот, подходим. Подходим уже близко. Прошли хороший путь. Хороший путь прошли. Ура, мы на льду. Мы пришли на лед. Осталось дело за малым. Сейчас мы идем по льду, лед проваливается. Это по перволетке, когда ты будешь турцы, он прям вот так подлюдит, честно, говорит, там нахуй, не Thank you.
Закрытие сезона. Точно. Так, сделали лагерь. Вот такой вот у нас лагерь. А, выставляем жерлицы сейчас. Ну что, наверное, потом покушаем, да, братан? Перекусим. Потом... Я не хочу, если честно. Бля, ну живец пиздатый, сука. Какой хороший, да? А чё через этот? Схода не будет, братан. Да? Короче, выставили 16 жерлиц. Вот. Сейчас там две довыставляем. Получается, вот так вот наша палатка стоит. Так, туда, туда. Вот, ждем, ожидаем поклевочки. Крайняя та, да, еще надо тупо ставить последний. Да. Крайний. Вон, который флажок горит. Ага. И возле палатки вот еще одну поставить надо. Где ты еще видишь? Возле палатки флажок. Ну, вот, и все, она одна. А всё. Вот это? Ну это все, сейчас тоже заставим. Ага. И все. Вот, стрельнула. Сразу видео, да? Все, у нас работочка. Ой, идем. Опять идем. Вот, Славян, смотри, надо теперь переставлять сюда. Я тебе про что говорю. Потому что там сильно большая. Надо тоже. Еще кто будет снимать? Давай, Славян. Давай, Славян, ты будешь первым. Да, у нее есть такой момент, что она переворачивает мотка. Нет, она его хватает. Знаешь, что у щуки, и вот почему поплевки щуки рваны. Когда щука кого-то долбит, рваны, она копает, и у нее именно нижняя челюсть выдвигается ровно на 2 сантиметра вперед, и она вот тем самым зубы. Вот первая поклевочка. Кусок. Кусочек. Что такое? Вот такой вот жилец.
Вот, еще тянем. Тянем, тянем. Кушок, наверное, да? Да, все. Во. Поболя. Вот такой кушок поболя. Второй. Второй кусочек. Ушел. Салам, йоу. Рыбаки подвохи, ну. Иноземные рыбаки, ну. Всем. Салам от Караганды, ну. Да, тут ситуация такая. Ловили малька на пол, блядь. А поймали хуй понять. А там все нормально. Все контролируемо. Я в ахуе, если я сейчас 0010 матрешку сейчас вытащу. Ну она там. Она пролезет? Нет, пятерка пролезет. Минимум. Да, ну да, она же такая. Я в сотку пятерку затаскиваю. И че, сколько там метров, братан? Блядь, ну уже хорошо она вынет. Может, вы зацепились просто? Нет, да ты чё она, блядь? Ну, братан, не ветер, ни хуя она включила. Ушла. Всё, да? Ну, всё, я достал. Вот, всё. Ты просто опять шёл? Да, хуйня. Она давно стояла. Мы сюда шли, нихуя не было же, правильно? У нас нет, да, больше малька. А, надо ловить. Все, пошли. Дома? Да. Вот, ребята, взял вот такую плотвичку. Хорошая. Может, ее поставим на живца? Еще одна клевочка. А, все, ушла. Ушла. Ну там окушок был, сразу чувствуется. Маленький окушочек. Вот, ребята, ситуация такая, стоят 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Там жерлица, здесь жерлица. Получается, тишина пока. Нету
сработки были, да? Сколько у нас? 4 сработки было, 4 мимо. Вот окунь сбивает малька. Пока что. Вот как-то так. Время у нас уже 15 минут 4. Расположили, короче, жерлицы вдоль берега. Вот, а сейчас что-то подвела. Вот так чуть-чуть порыбачили, малька потаскали, как всегда. Такие вот дела, ребята. Друзья, что-то слабовато в этот раз. Вот наш улов. Короче, получается кушок маленький, 16 жерлиц стоят. Как поставили с утра, так до сих пор молчат. Там вокруг палатки получается потом. Там вот ряд, вот он идет. Вот здесь 3 стоят. Вот они. Стоят, молчат. Слабовато, хотелось бы поймать щуку, но увы, как поставили, так и стоят. Так что. Вот, идеально. Все, короче, будем, наверное, собираться. Сейчас ребятам скажу, надо уже валить, уже время. Время. Время 17:14, да? Да, 17:14. 15 минут, короче, 6. Надо сваливать уже. Вот. Вот, друзья. Стоят. Вон стоит. С утра стоят. Вон стоит. С утра стоят. Только на той стороне 4 сработки было. Вот и все. Как-то так вот. Такая рыбалка получилась у нас. Ужас. Вот. Вот такая вот природа на часу. Вот такое вот. Вот так вот. Ну все, друзья, завершилась наша рыбалочка. Все остались довольны. Рыбы не поймали. Все как всегда. Все, всем добра.